Сегодня прошел фестиваль национальных культур. Я был ведущим, я вел этот фестиваль, было довольно забавно. У нас, получается, были страны-участницы, там Россия, Украина, Польша, Беларусь, и каждая страна приготовила свое блюдо национальное, были какие-то там выступления, кто-то что-то пел, кто-то танцевал, какие-то игры были, ну, в общем, довольно весело и интересно. В нашей школе учатся дети разных национальностей, и, может быть, даже некоторые приезжие из других стран. И этот фестиваль помогает разным культурным национальностям объединиться, показывать какие-то хорошие стороны, какие-то отличительные черты, особенности. Но это всем будет интересно и весело, и чувствовать себя сплоченным. Как сказать, помогло. Мы в целом довольно сплоченные все ребята, дружим, знаем друг друга. Но когда мы работаем вместе, мы в любом случае должны становиться командой. И когда мы готовились, мы этой командой стали. У нас получилось, даже в перерывах между, собственно, этими переменами фестивальными, мы общались и вместе развлекались. Поэтому, я думаю, у нас получилось сплотиться, мы сплотились довольно плотно за это время. В первую очередь Татьяна Викторовна Мазура, она помогла нам, она, собственно, организовала весь этот фестиваль, она помогла нам с текстом, помогла нам с едой, с костюмами, с выступлениями. Ну и она почти все сделала. Ну и, собственно, сам организационный момент, когда мы готовились уже к выступлению, нам помогла немножко Валентина Степановна Дуботовка, она там что-то бегала, помогала, там то повесила, то сказала, куда поставить, что куда убрать. Там что-то вертелось вокруг нас. Ну, в общем, нам хорошо помогла тоже. Всем спасибо. Однокашникам я бы пожелал добра, мира и любви. Всех люблю. Спасибо.